Подожди, пацан, подожди, слышишь, пацан, какой футбол? Что ты мне футбол, пацан? Да подожди, слышишь, пацан, и все вот меня слушайте, все, что я вам сейчас, вот, пацан, скажу. Вот сейчас многие уезжают, то на запад уезжают, то на восток уезжают. Я остаюсь здесь, я никуда не уезжаю, потому что у нас будет лучше. Вот, пацан, я тебе говорю, что слушай меня, я тебе говорю, что у нас будет лучше. У нас сейчас хуже, чем где угодно, но у нас будет лучше. Станет лучше обязательно, станет, будет быть. Станет, будет быть, обязательно лучше быть станет. Я тебе говорю, пацан, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет, будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы. Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых лишь свидетельство живого ума и сообразительности народов, с трудом населяющих нашу страну. Вот. А так нет, так нет, 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 так у нас, нет, нет, у нас будет лучше. Хотя слово «будет» уже почернело от бесконечного употребления. Оно уже черное, слово «будет», оно уже почернело. Уже 80 скоро лет, а все будет и будет. Оно и почернело, это слово. Но оно еще нам сгодится в работе, еще долго сгодится. Слово «будет». Ему придать новый смысл, оно приобретет прежний блеск. Слово «будет». А так нет, так нет, так у нас, не, не, у нас будет лучше. Рост зарплаты при отсутствии материальной заинтересованности создает невиданный образ жизни, когда деньги уже роли не играют. Их можно свободно обменять на результаты труда, который тоже уже никому не нужен. От нашего человека сейчас не остается предметов жизнедеятельности, только продукты жизнедеятельности. Поэтому жили мы или нет, до сих пор же неизвестно. Сейчас большие дискуссии идут, как мы дотянули до этого последнего часа. А так нет, так нет, так у нас, не-не, у нас так, у нас будет лучше, невзирая на то, что становится все хуже и хуже. Нет, у нас будет, будет, только опять не сегодня. Только опять завтра. Только завтра опять. Только соединив прошлое с будущим, вычеркнув к чертовой матери настоящее, мы будем жить и работать опять на энтузиазме, опять без зарплаты. Ну, тут уж. Вот. А так нет, так у нас будет лучше. У нас будет лучше. Я тебе говорю, пацан, что у нас будет лучше. Связать деньги населения, потом их самих. И все. Вернее, развязать им руки и связать их деньги. А потом наоборот. И рынок даст себя знать. Ничего, что без объяснений. Давай 12 числа в 8 утра, давай на рынок, все. Ничего, что никто не понимает, ничего. Беги на рынок, торгуй, у нас сейчас такой рынок, все. Простой человек думает, какой рынок, куда бежать, что продавать, где покупать, где какие акции, где стоять, где можно, где нельзя. Акции, инвестиции, деноминации, никто ничего не понимает. Пока даже специалисты, которые лучше других этого не понимают, не могут объяснить и молчат. Я один говорю в подавляющем меньшинстве. Глядя и видишь, у нас будет лучше. Потому что, а что же, мы же, тогда же что же, мы же кто же, тогда же мы же, тогда же что же, мы же, кто же, тогда же, мы же, тогда же что же. Ну что же мы же тогда же? Мы же, а что же, мы же. Сейчас окончательно разваливается питьевая, сырьевая, табачная промышленность, военная, легкая. Все это развалится, остальные перейдут к рынку сами собой. И все, и все. Отвар на настой, окурки на объедки, корки на обмылки. Все, такой рынок. Все, не хочу занимать, пацаны, у вас всех такое драгоценное время вам отнимать у вас. А так нет, так нет, так не-не-не, у нас будет лучше. Хуже уже просто уже некуда, уже, поэтому оно будет лучше. А как, жизнь она же как матрац, полосами. Ну, у нас пока сплошной матрац. Один, все. А так нет, так у нас будет лучше, у нас будет лучше. А что же, никто не переубедит меня, ни голод, ни холод, ни то, что попродавали все себя, наша традиция национальная, все себя продать, потом купить на эти деньги у китайцев одежду. Это же у нас есть, это же у нас не отнимешь, что же мы. Ну, а если придется, у китайцев отнимем, что же мы. Холодно, холодно, мы же братья навек. А, поэтому так вот у нас будет лучше. Поэтому сейчас так питаться, питаться и питаться. Вот это он сказал, и там залег до сих пор, там лежит пока все. Вот. Его дело живет, а тело же гниет, сколько же мы, наш похоронить, кто же мы, что же мы?
Вот. А так нет, так нет, так у нас будет, будет лучше, будет. Вот. Будет у нас будет, потому что Жоже, когда же мы, тогда же Жоже. Мы же тогда же Жоже, мы же. Тут уж, уж тут уж, тут уж, уж тут уж, тут ушел. Погода опять нас подвела, ты понимаешь? Если весной была надежда на недород, так огромный урожай окончательно подорвал нашу экономику. А под каким девизом покупать зерно? Жирные вороны со всего мира, что слетелись на невиданный урожай, с интересом наблюдают диковинных людей. Подайте голодным, у которых огромный урожай. Вот у нас единственная проблема, как просить, имея все. Я думаю, что надо скрывать. Просить и скрывать. И жить все лучше и лучше, скрывая это. И прося все больше и больше. Вот сейчас поехал, сейчас попросил опять. Вот. А так нет, так нет. Так у нас будет лучше, будет. Что же, если мы доживем, конечно. Мы же часто не доживали. Тут же, кажешь, второй тут. Ну, тут ушел. Тут уж на первый, второй рассчитайся. А шо уж, тут ушел. А так нет, ну потому что шо, сколько же можно. Не-не-не, у нас будет потому что шо же. Мы же тогда же тоже. Мы же... Шо,